дубляж прекрасная вещь, но, во-первых, дубляж нужно очень хорошо переводить, очень хорошо укладывать. Это делают единицы, это настолько тонкая работа. Мы писали кино, кстати, моя вот не хочется, конечно, об этом говорить, но вот моя неудача такая из того, что я делаю, я знаю это. Был фильм «Дзефирелли», Ромео и Джульет, Гамлет, Ромео и Джульет, Гамлет с Гибсоном. Ну, знаете, видели, да, наверное, такое. Да. Он играет Гамлета, Гибсон. А это было уже время, когда нам кино не показывали. Я фильм не видел. Но я знаю Дзефирелли еще по замечательному Ромео и Джульетте. Прекрасный там прекрасный был дубляж. Анечка Каменкова чудо там делал. И Герасимов делал замечательно. Вот. А тут Гамлет, и мы все так этого ждали. И нам позвонила Чаева. И она мне сказала: «Игорек, вот сделаешь Лаэрта мне». Я говорю: «Да с удовольствием, прекрасно». Но фильма не видел. Но я знаю Гамлета. Я в свое время хотел его читать, просто делать из него спектакль из первого акта. Я пришел на смену, стал его делать, и вдруг понимаю, что что-то не так. Вот что-то не... Роль идет мимо меня. Он что-то не так делает. Как... А оказывается, Дзефирелли линию Лаэрта взял и поменял просто. Она не такая, как у Шекспира. А я-то этого не знал, я-то все распределил для себя по классике, да, по Шекспиру. И в итоге я, конечно, мне очень не понравилось. Я сказал Чаеве, что это очень плохо, что она говорит: «Да нет, ну хорошо». Нет, плохо. Я сделал только одну сцену, за которую, ну ладно, нормально, ничего. Это сцена дуэли последняя, собственно, убийство Гамлета и Лаэрта. А все остальное я, извините, профукал. И когда мне позвонили друзья мои из Питера, говорят: «Игорь, видели, здорово». Я говорю: «Да что, не расстраивай мне язву, Таня». То есть у вас есть картины, которые вы не хотели бы потом смотреть? И не буду. Я просто не хочу. И не буду, да. А часто ли вы, вот, натыкаясь на свой голос, говорите: «Нет, ну ладно, все, это работа, нет, то есть не буду смотреть»? А я об этом не думаю просто. Ну, вот этот пример, о котором я вам сказал, что я просто не... Нужно было посмотреть картину вот с Гамлетом. Ну вот это вот было так, а так нет, нет. Но и работ, за которые думаешь: «Ах, молодец, Игорь, хорошо, ничего, хорошо сделал», тоже не так, чтобы уж много. Есть не одна, и не одна, но вот, допустим, я очень люблю кино, я его писал 3 раза, «Время убивать». Звезд там немерено, все очень хороши. Спейси, в главной роли МакКонахи и Балок, да, Сазерленды оба, и Кифер, и Дональд, что там звезд, да, и там замечательный темнокожий, как же его, я его ищу, Сэмюэл Джексон, да, спасибо, вот, роскошное кино, и там такая сцена в суде последняя, мне повезло, я писал 3 хороших перевода. Разных, но равноудачных перевода. Все получилось. Все было очень здорово. Хорошее кино, приятно смотрю. Но вообще-то, я же знаю, как я это сделал. Чего мне смотреть уже надо?